Здравствуйте, дамы и господа, с вами Денис, канал Рухингер. Как и обещал, снимаю на запас видео, поэтому на комментарии ваши не смогу реагировать, даже если вы написали их. Попробую сегодня продолжу сегодня, надеюсь, без хейта данной игры, потому что, ну, я не сильно думаю ее хейчу, просто говорю, что логично было бы увидеть в этой игре. Попробую просто поиграть. Соответственно, вы просто посмотрите, ну, надо немножко разобраться просто с аспектами игры. Топор из костей. Так, а ну-ка, дай-ка я посмотрю, мудрый. О, новые открылись, подожди. Боец. Чтобы владеть искусством владения топорами и секирами, начни тренироваться, и ваше мастерство повысится. О, это мне нравится, конечно, я это беру. 177. Сразу на 177 прокачалось, прикинь. Ничего себе. Телепат. Изучаю древние манускрипты. Атака магии. Но я не маг. Мудрый, защита от магии. Вот это бы хорошая тема была бы. Так, здесь пока все. Здесь мне пока хватит. Так, яд. А как открыть? Что это за подзагрузка какая-то идет? Уровень телепат. А. Скверно поджог призыв скелета. А что значит призыв скелета? Магия призыва. Так, зловещий нужен. А что это значит, вот эта загрузка идет постоянно? Ну-ка. А, мне просто. А. Мне просто прибыль пришла, я понял. Такое, знаешь. Ну, нормального вида, хоть немножко ты и не понимаешь, что происходит из-за этого. Такой, знаешь, что это за подзагрузка идет? Ну, хотя бы как-то отображается, да. Так, здесь тоже пришли. Нормально, сейчас подфармим немножко еды. А там потом можно будет еще больше добывать. То есть, чем больше будем добывать, больше будет профит. Огненное кольцо, наездник. Ёлки-палки, призыв призрака. Что это такое? Горни, 40 уровень. Обалдеть. А это нужно что? Телепат, 2 уровень. Отравление ядом. А скверно? А, скверно у меня и так стоит, да? Максимальный уровень. Ладно, это пока отложим на лучшее время. Жажда крови. Так, а, это ауры. Ну-ка. Вот это уже интересней. Вот это уже интереснее. Вампиризм, хорошая аура. А этой ауры опыта нету, да? Вампиризм, дух мести. Ладно, я понял, исцеление. Вот это надо мне. Яд. Так, я понял, яд надо прокачать. Для этого телепат на 2 уровень. Сейчас быстренько, ребятки. Сейчас я... Так, телепат на 2 уровень. Раз. Два. Потом я прокачиваю яд за 150. А потом я прокачиваю исцеление за 200. Вот так. Прокачал. И ладно. Так, зомби-скелет. Вот агрепрейт. Скелет-лучник. Мне, конечно, лучше скелет-лучника бы. Я предпочитаю дальнобойных персонажей. Так, а здесь есть кто-нибудь еще? Здесь пока никого нету. А, ну давай попробуем скелета-лучника. Скелет-лучник. Гремучий. Скелет-лучник. 57. Грипрейт. 114. Не, ну довольно-таки недешевый грипрейт. Мне еще надо накопить на фермы, так что пока что не будем делать. Давай посмотрим, как это выглядит. Угу. А, за счет перетаскивания работает, я понял, за счет перетаскивания работает, и нормально. А, так. А все по тому же вопросу, я не знаю, как делать. Ну, как бы я узнал, мне никто не может написать, потому что я снимаю эти видео заранее. Вот этим типом вообще договориться, да? Почти что невозможно. 10%, это же так мало. Вступай в наши ряды. Нет, у меня своя дорога. Понятно. Так, это что? Выбор здания.
А это что? Серьезно? Ну давай, ладно, сейчас, подожди. Сейчас призову скелетов. Недостаточно лидерства, пишет мне. Так, ауру поставил. Аура, кстати, не тратит алмазики, это довольно-таки прикольно. Беру задание, и что, исследовать? Ну, пойдемте. Сейчас гляну, посмотрю. Так. Эти дурачки идут прямо по этому направлению, так что будем их ловить здесь. По-хорошему надо вообще активировать башню, чтобы она помогала нам в бою. Сейчас я эту вторую активирую. Так-то будет сподручнее немножко. А, да я их довольно-таки сильно бью. Но и они меня... Серьезно? За одну тычку? Ну это прям такие в духе старых игр, да, да, согласен с вами. Здесь вы прям по канонам пошли. Ну, предположим, что это было довольно-таки тяжело. Давай тогда. Говорят, если справишься с ним, получишь от меня награду. Давай тогда будем немножко попроще брать задания, да? Вот эти сейчас выстянем, ребят. 5 человек надо выстянуть мне. Ё-моё. Так, ну вот здесь вот... Ой, извините, микрофон случайно сбил. Совсем немного. Ни хрена себе, парень. Чё ты такой здоровый? Скелеты тоже хорошо с дальнего боя стреляют. Как бы их не задевают. И мне это устраивает. Потому что. Дальний бой, поддержка дальним боем очень актуальна в данное время. Данный момент, по крайней мере. Так, ну этого парня убили. Довольно-таки он сильный был, я вам скажу. Лучники работают. Лучников надо, конечно, прокачивать. Чем сильнее их прокачаешь, тем они будут интереснее. Так, девчонка, стоять, никуда не девайся. Так, алкашок, давай-ка ты до свидули. Но это пипец просто. Это просто пипец, они меня сейчас просто как собаку выделают. Да ладно. Нифига себе. Так, главное не помереть. 40 хп. 27. Так, я его оглушил вроде бы. 25. 23. Отлично, молодчина. Так, стоим, никуда не двигаемся. Чтоб случайно тех ребят не загреть. Ну, немножко можно двигнуться, конечно, чтоб чисто собрать вот этих вот дурачков. Так, я вроде бы отхилился. Давай одного сагрим. Верно. Блин, и второй тоже сагрился. Минус скелет сразу. Призовем еще одного. Это нам как бы не в моготу. Однако помощь нам будет капитальная с этого. Сейчас немножко микрофон опущу, ребят. Извините, если за шум будет, если я его не смогу убрать или про него забуду, то что он был, потому что это же надо еще все подрезать, знаешь, там все дела. Хотя нахрена резать, правильно? Не, ну немножко там надо некоторые моменты изменить, улучшить и так далее. Очки славы плюс 700. Да какого? Вот что это было? Что это было? Пожалуйста, исправьте это. Если вы выдаете мне уведомление, останавливайте игру, пожалуйста. Если вы выдаете мне уведомление, остановите ее нахрен.
Я не хочу умирать. Хоть это и не тратит, в принципе, ничего, но это, блин, это раздражает. Я в той ситуации не должен умирать. Получится ли у меня этого нанять дурачка? 10% шанс. Это конечно, довольно-таки очень мало. Так, это что такое? Освободить деревню от наемников. Деревня находится на северо-востоке. Ну, давай попробуем. Так, эти дурачки там. И сколько их? Их трое. Четверо. Пятеро. А всего их 13, да. Ну, хорошо. В ближайшее время придет подкрепление. Так, ко мне идет подкрепление. Ага. Это и есть мое подкрепление, да? Ты тоже, да? Из подкрепления. Ну шо, с таким подкреплением и реально не страшно идти в бой. Пошли. Так. Главное, не зачешитесь, пожалуйста, по дороге нигде. Дойдем просто спокойно и все. Вот идем, никого не трогаем. Чтобы вот... А, мы уже пришли, да? Мы на точке. Ну, в принципе, можно отыграться от башен будет. Нанять стрелков. Нанять стрелков, чтобы они как-то... Блин, эти дурачки еще там зачесались. Ну, что ты будешь делать? Ну, зачем? Пойдемте, господа. Нас там ждут подвиги. Давай. Ну, они что, идиоты? Вот это обязательно, да, делать? Вот обойти их нельзя, просто пройти дальше и пойти. Ну, я не могу, это... Я вот обещал, что я не буду хейтить. Ну, как, блин? Ну, зачем это все? Вот просто пошли мимо. Я ж не иду, цель не в них. Зачем их трогать-то? Просто зачем? Так, а как мне от башни отыграться бы? Так, давай их, короче, хватаем. А, понятно. То есть тут, по сути, никто со мной и не будет спрашивать у меня, да? Понятно, я тоже не собираюсь играть на один фронт. Так, ну нафиг. Так, сейчас по мне дадут по-любому. Но у меня, если что, есть башня еще, как напоследок, как последний вариант, как последний оплот. Так, вот этого дурака убить бы большого. Там немножко будет попроще потом. Так, давай их все-таки на башню выманим, попробуем. Открылись новые возможности. Ну зачем это ставить? Ну я ж могу умереть в этот момент. Пошли. Так, башня уже стреляет, это уже позитивно. Так, я один даже должен справиться, да, в принципе, по сути. Ладно, можно еще лучников нанять. Так вообще будет прикольно. Так, еще 4 бойца осталось убить, и все. Так, прокачку быстренько. Ну, прокачка, конечно, такая себе. Давай защиту прокачаем, потому что... Все, конечно, классно, но это смешно просто уже для такого уровня даже начальную защиту иметь. Каждый, кому не лень, пробивает меня. Но лучники, благо, такие, они не очень сильные. Буквально-таки на один раз, ребята.
Даже урон не наносит. А сколько еще будет длиться? 55 секунд, да? 55 секунд еще будет мана действовать. Аура. Так, вот все, победа, понятно, все. С кайфом, только не надо мне ее показывать. Так, помощь государства получена. Ну, нету комментариев. Так, новый уже герой, да, у меня новый герой 10 уровня. 10 уровня, это нормально. Так, прибыль получена. А здесь, подожди. Здесь тоже получено, и отсылаем заново. А, ну а поставь обратно-то. А здесь что не поставил? А здесь забыл. Здесь забыл просто-напросто. Забыл и все. А что? Что вот там такого? Что, я не могу забыть, что ли? Так. Стоит ли собрать еду еще раз, ребят, как считаете? Я этот покороче сделаю просто. Просто как бы нету времени сейчас. А если я найму и этих сразу, можно так сделать? А, нельзя? Ну хотя бы напишите об этом, что пропадет, если что. Так, ладно, я нанял. Смотри, я сейчас беру еду. И... Почему эти не пришли? Почему эти собаки не пришли в Росто? Помогите, меня обокрали. Ты за это заплати жизнью, ну как бы и все. Так что пока что это не пофиксили, можно воровать, и тебе за это ничего не будет. Смотри, подхожу просто раз в Росто. Ну ты попал, сейчас тебя накажут. Все, и уходишь спокойно. Ну-ка, остановись-ка. Дай-ка вот здесь. Ну, стой. Не настроен на разговор, ну и ладно. Так, мачете. А, переключение оружия, топор. Это хорошо, это гуд. Так, ну-ка, а сейчас? А, вот. Вот теперь это меня накажет. А я думаю, когда меня накажут? Теперь-то меня наказали. Держи, негодяя. Вот и что? А... Я ни разу, вот сколько я пытаюсь, я еще ни разу не получилось удачно обокрасть никого. Вора 115. Что уж говорить, если вора 115, если здесь я типа пытаюсь нанять на 10%, то это вообще невозможно, наверное, да? Получилось? Нет, он за мной следует теперь. Ни хрена не получилось, да? Так, а все-таки хочу попробовать. Отправляйтесь в приключения. Подожди. Ай-яй-яй. Куда я отправился? Зачем вы меня сюда отправили? Ладно. Так, это что? О, это уже интересней. Так, следовать за мной пойдешь? Пойдешь за мной? Это слишком опасно. Лесной тролль готов следовать и помочь вам в иратном деле. А этот лесной тролль со мной пойдет? А этому лесному троллю до меня как бы вообще навалить. Это что такое? Добавил опыт. О, опыт. Повезло. Так, ну пошли посмотрим, что здесь вообще за противники имеются. Так, мне туда идти. Так, ну пока что...
непривычно то, что зомби бегают. Ну, как бы раньше. Кто старый, тот поймет. Раньше зомбикам как бы тяжело было бегать. Как бы он этого не хотел. Ну просто. Просто физически он не мог бежать. А теперь зомби бегают. Так, со статуей взаимодействовать нельзя никак. Тут просто хрен его знает, с чем можно взаимодействовать. Знаешь, всегда бывает. Подводные камни. Может быть, ты и думать не думаешь, то, что с этим можно взаимодействовать. А с этим можно взаимодействовать. Так, зомбика. Убиваем его. Так, а ну-ка, уменьшается? 17. Нет, не уменьшается. Подожди, а где они тогда? Оп, свет погас. Хоп, 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 свет появился. А где они тогда, Господи Иисусе? А, вон они стоят, смотри, двое. Двое где-то там стоят. Вот они, походу, нет? Нет, это какой-то наездник на волке, страшный. Ничего себе, я даже среагировать не успел. Потерянный ресурс 5%. Это копейки. Ну, слишком тяжело, конечно, они закидывают куда-то, не по соразмеру. Тактика какая-то, какая там тактика? Еще я не пойму такую тему, как... Ну, я об этом говорил уже, поэтому меня все равно не услышат, это ж... Это ж все на будущее будет. И как бы... Видеоролики эти выходить будут, даже если мне ответят на вопрос, как это делается, я все равно не смогу ответить. Железная маска. Я не понимаю. Это просто страсти. Страсти мордасти. Поезд торговца. Укрепленные сапоги. Квадратный щит. Но это у меня как бы один. Так, вот поезд торговца я могу носить. Сапоги не могу носить. Вот и как я должен об этом узнать? Тяжело. Ладно, ребятки, давайте на этом закончим. Я немножко покороче же сказал вам, что серию сделаю, так что еще увидимся, еще сниму видеороликов на будущее. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока. Давай.